скользко. И только благодаря таким людям, как баба Лида, у нас порядок. Мы уже про нее показывали, разговаривали о ней. Бабушке хорошо за 80 лет. Ну, так она работает. Топоры у нее, метелки. Не будем ее смещать. Вот видите, что она долбала. Вот молодец. Таким людям надо при жизни памятник ставить. Без всякого преувеличения. Добрый день, Павлин. Хоть помогу вам, два раза стукну, можно? Вы куда прошли? Да я по делам, что? Не надо меня так. А я не снимаю, я вот как это я делаю. Как дела? Да ничего, пойдет, выходные же. Для кого выходные, а кого нет? А? Выходных для кого нет? Точно, точно. Для вас выходных нету. Вам праздник не праздник, выходной не выходной. Вот о работе отчитываюсь. 2 метра отдолбал, уже сил нету. Неделю надо отдыхать. А я оттуда. Да. А баба Лида вот оттуда. С утра, да? Сегодня. Вот так-то. Да, еще вот осталось. Ну мне хватит теперь это 3 дня отдыхать. Все хорошего. Ну, говорит, у меня нет выходных и праздников. Не, как захочу размяться, я подойду к вам. Ладно, баблю, все хорошо. Давай. Давайте, здоровья. Давайте. Ух ты! Слушайте, у меня рука затряслась от этого лома. Фу, ну вот действительно, это же ее работа. Смотрите, что. Это 5 мужиков такое не сделают, а она... Вот это сама сделала все. А я до сих пор дышаться не могу. 3 раза этот топорик поднял. Ну и новости кое-какие узнал от нее. Говорит, чего, говорит, замуж не выходит? Муж ее несколько лет назад умер. А, говорит, уже незачем. Он у меня сосед женился на... Который старше меня, на 37-летней. Без квартиры остался. Ну, по-своему, она, конечно, абсолютно права. Надо думать головой. Ну, не это главное, а то, что действительно вот у нас выходной, отдыхают люди, она работает. Это образ жизни. Еще раз скажу, это таких людях и порядок держится, и чистота, и спокойствие. Еще раз спасибо бабе Лиде. Ну, а вам всем здоровья тоже. Если каждый по лопатке снега выкинет с тротуара или хотя бы своего подъезда, это будет замечательно. Рукой машет. Здоровья, здоровья, здоровья. Печаль города. Да, и добавлю.
Говорит, мне 85-й год. 85-й год. Еще, говорит, зарплату добавили. Ну, говорит, не сильно мне деньги нужны. Самое главное, ей нравится то, что она делает.